Приветствую вас на канале Asmodee Play. И сегодня мы начинаем играть Call of Duty 2. Как это вам не враг? Еще какой враг? Не враг. Да, это бомбежка. Кошмар, кошмар. Так, это из каких-то фильмов уже понабрано. Я так предполагаю. Ну, где героический я? Ты пустыня. Валите их. Ого, сразу слышим русскую речь. Давайте, сносите немецкие дома. Это война, мать ваша. Танки, панки, тигры, тигры. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько людей порешили. Кошмар, кошмар. Земля удобрилась. Ну вот, Call of Duty 2. Две звездочки. Ладно. Итак, имя. Окей. Ну так, начинаем. Новая игра. Новобранец, молодой. Ну это вот средняя. 1941 год, Москва. Ну давай, Москва. Щелкните мышью, чтобы приступить к заданию. Давай. 1939 год. Армии нацистской Германии начинают завоевание Европы. Сначала пала Польша, затем Дания, Норвегия, Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Настал 1941 год. С армией более чем 7 миллионов солдат нацистская военная машина повернулась на восток и начала вторжение в Советский Союз. Используя тактику Блицкрига, они быстро продвигаются вперед, неуклонно прорывая советские линии обороны, и подходят к Москве менее чем через 4 месяца. В условиях острой нехватки подкреплений защита Москвы оказалась в руках тысяч новобранцев, которым предстояло сдерживать регулярные и отлично обученные немецкие силы в смертоносных холодах ужасной русской зимы. 16 декабря 41 года, Москва, снег, минус 15 градусов. Через несколько часов я присоединюсь к своим товарищам на оборонительных рубежах. Битва товарищи, под Москвой. Помните, вы находитесь на линии фронта. Если хотите выжить, слушайте меня. Подойдите к столу и возьмите оружие. Кстати... Так, подождите, я тоже оружие возьму. Надо двигаться быстрее, товарищ. И тебе нужно настоящее оружие, чтобы убивать фашистов. Ну так дай. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Теперь иди на склад и получи пистолет и винтовку. Твою ж мать, меня, короче, опрокинули в самом начале. Ладно. Оружие на столе, товарищ? Хорошо. Теперь вернитесь и доложите комиссару. Падла. Хорошо, товарищ. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Вот я знаю, давай. Ну, пос...
посмотрим, как ты стреляешь. Целься в мишень! Пистолеты и автоматы годятся только для стрельбы на ближних дистанциях. Если цель далеко, бери винтовку! К огневому рубежу! Готовы? Стреляйте по посуде! Представьте, что это враг! Советую целиться, козло! Неплохо! Очень хорошо! Неплохо! Советую целиться, козло! Ты мне что ли? Я козлов что ли? Очень хорошо! Козлов, хватит! Теперь испытание на время. У тебя 15 секунд на то, чтобы сбить все каски. Готов? Огонь! Тихо. Перезарядка. Так, отлично. Теперь иди сюда и ударь по мишени прикладом. На. Хватит, товарищи. Подойдите сюда и возьмите гранаты. Какой я молодец. Это же картошка, товарищ комиссар. Почему у нас картошка вместо гранат? Потому что настоящих гранат у нас слишком мало. Граната должна прикончить фашиста, понял? Так точно, товарищ комиссар, виноват. Хороший бросок. Неплохо. Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! У нас тут пленный. Вот. Эй, за мной. Давай. Ну, шевели колготками. Дайте я ему тоже врежу. Подождите. Так, а подождите, настройки. Звук. Настройки игры. Субтитры-то должны быть. Не знаю. Товарищ комиссар, он говорит, что противник движется мимо нашей линии обороны, на юго-восток, при поддержке полевой артиллерии. Не стреляет. Немцы готовятся атаковать с юго-восточной стороны. Это не шутки. Подвале дома на восточной стороне находится оружейный склад. Идите, наберите там боеприпасов. Я останусь здесь, присмотрю за нашим гостем. Помните, чему вас учили? Вперед! Не убей ее только. Так, где что набрать-то надо? Давай, что еще надо? Сюда! По лестнице! Куда? По лестнице. Козло! Так. Стой, не торопись! Стой дымовую гранату, чтобы нас было не видно! Давай! Погоди! Пусть ты поднимется! Еще чуть-чуть! О, пошли! За мной! Давай! Дым поднялся, мы ушли. О. Весна придет, твой труп сплывет! Вау, ничего себе! Ни хрена себе! А ты какого хрена мне под выстрел-то подставился?
Где? Тихо. По мне кто-то шмаляет. Твою ж мать. Блин. Ну вот уже лучше этот аптечек не надо уже. А я все за аптечки беспокоился. Давай. Блин, а чё ты не стрелял ему в спину-то? Так. Где вы, падла? Где вы, падла? Давай. Давайте, забьете его, нет? Давай. Что, заминируйте самоходную. Давай, самоходную, так самоходную, где она? Ну, вроде как недалеко, только пройти к ней надо. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо-тихо, дайте я отойду. Черт. Я думал, нас тут просто учат. Ни хрена. Помни, быстрее всего учишься в настоящем сражении. Ну ничего, неплохо, неплохо, победа. Тот, кто сегодня кровь со мной прольет, мне станет братом, как бы ни был низок, и облагородит этот день. Понятно. Идем дальше. 2 декабря 42 года. Сталинград. Снег. Минус 20 градусов. Благородные солдаты советской Красной Армии. Не нужно бояться плена. Немецкая армия дисциплинирована. К вам отнесутся с пониманием и сочувствием. Если хотите выжить, не сопротивляйтесь. Сложите оружие и подойдите. Да сейчас. Ничего страшного. Подорвался еще. Не будем делать из этого трагедию, правильно? Давай, где? Не вижу тебя. Вау. Теперь моя очередь по вам хреначить. Так. Time.
Так. Пойдем. Давай, выходи. Вот так вот с вами и надо, падлами, поступать. Ну пойдем по фашистам с ППШ. Кто мне тут рассматривает? Не нужно бояться плена. Немецкая армия дисциплинирована, к вам отнесутся с пониманием и сочувствием. Если хотите выжить, не сопротивляйтесь. Сложите оружие. Даже не знаю, где уж искать. Нахрена вы мне нужны, сейчас-то вас искать. Все уже убежали. Услышал. Молодец. Ага. А я посюда, а не потуда. Надо уходить отсюда, а то нас на клочки порвут. Оставаться на местах, пока не прибудет подкрепление. Держать оборону! Блин. Не пропустим фашистов! Чё мне это надо сделать? Давай. Вон они! Где? Нате. Дайте-ка я. Ну вот уже стоит. Как бы такое допустили. Так. Подавите немецкую точку на той стороне. Вперед. Ох, я бы с вами бы орал бы тоже всю мощь, если бы никто не бы сидел. Так. Добивайте их. Так. Тихо, тихо. Давай.
Тихо. Давайте. А ты... Тихо, там паника. Правильно. Все. Дострелял собак. Так. Доложить лейтенанту Леонову. Да без проблем. Где у нас лейтенант Леонов? А то что, перемещается что ли вместе со мной или что? Откуда? Не понял. Вот я дверь пробежал. Черт, они соорудили баррикады наверху. Может, не страшно. Сорвем их к чертовой матери. Взрывчатку сюда, скорее. Есть, товарищ лейтенант. Подрывники сюда со взрывчаткой. Так, а нам-то далеко убегать? Разлом! Возьми у них взрывчатку и приступай. Так. Сюда. Здесь. Ну и, наверное, на дверь все-таки накрепить. Или где-то внизу. Надо поставить внизу. Я как понимаю, здание полностью уничтожаться будет. Посмотрим. Ох, увидим. Давай, смотрим. Ого! Похоронили живьем. Ох, какие мы молодцы. Там у нас же плакат какой-то есть. Окей. Цель войны — не погибнуть самому за свою страну, а заставить вражеского ублюдка сделать это. Ну так, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока!